Ой, четыре рука болит теперь. Бесконечные патроны по гранаты выдайте. Ай, у меня бесконечные гранаты, я полетел, я разраб мобчик этой игры. У меня есть все, у меня есть гранаты. Блин, этого было. Да, я его убил командой. Тихо. Троллинг пошел не по плану. Здорово всем, ребята, с вами Некинд, пока с вами разработчик Икаки. Прямо сегодня я притворюсь разработчиком и затроллю одного агростримера и предложу ему сыграть дуэль на новый нож с нового обновления 0.30.0. Поверьте мне, это будет очень интересно. Вперед к видосику! Пух! Ну что же, ребятки, а вот я и на стриме у нашего любимого агростримера. Посмотрите, что он там делает. Давайте послушаем, что он вообще говорит. А ну-ка. Все, я подобрал. Все за мной, братик. Почему я такой медленный? Что за бред-то? Тихо. Так и смотри. Ой! Смотрите, что происходит. Короче, ребята, наша малышечка уже готова. Давайте ему отправлять донатик от имени нашего с вами любимого разработчика Икаки. Ну, а непосредственно наш донатик будет таким. Привет, уважаемый Глонг. Меня зовут Икаки. Я готов вам подарить новый нож с обновлением 0.30.0. Которого нету, нож подарю. Заходите в лобби. Ах, ребята, чё? Погнали, кидай ему донатик. Надеюсь, он поведется. Ребята, почему он? Что с ним? Он буду грибов переел. Так, братва, ща должен прийти мой донатик. Эй! Привет, спасибо за донат. Меня зовут Икаки, я готов вам подарить новый нож с обновления 0.30.0. Подожди, бло! Заходите в лобби. 48 минут. Новый нож? 330 рублей. Разработчик Икаки. Новый ножичек. Заходите в лобби. Без проблем, братишка. Подождите, у меня сейчас будет новый разработчик. Я сейчас учу, и у кого не было этих ножей. А у меня сейчас оно будет. У меня сейчас будет реально новый нож. Как вы видите, вроде бы как он поверил. Но теперь погнали его приглашать к нам в лобби. А лобби-то у меня непростое. Сейчас покажу мое лобби, пацаны, вы обалдеете. Короче, смотрите, вот это настройки моего лобби. Ну, так сказать, немножечко так, в моментике. Высокие прыжочечки, бесконечные патроны, бесконечные гранаточки. Всех хп-шек сделал побольше. Все как надо, короче, будет очень варно. Так, давайте я в первом раунде ему вообще отключу. Вот так, чисто буду играть с берецами. О, чисто с берецами будет играть, нормально. Так, все, погнали его приглашать. Главное отключить голосовой чат, чтобы он меня не спалил по голосу. О, он меня приглашает! Ой, привет! Ой, имбаунд зашел! Ха, сюда, родименький! О, ничего, я какой-то скин продал, прикиньте. А, это мне продали, блин. Он пишет привет, давайте напишу. Приветствую вас. Ой-ой-ой, нормально, ребят. Главное писать, как будто я адекватный. Ты тот самый донатер? Приветствую вас, ой, приветствую, той. Ой, блин, он мне сейчас, вот скажи, что я сейчас его оскорбил как-то. У вас есть уникальный шанс получить новый нож. Вы хотите его получить? Так, ребят, ну по-любому хочет, по-любому. Да. Конечно, у меня такого еще нету. Блин, я не могу. Скажу, ну ладно. Напишу. Вы можете убедиться, я настоящий. Посмотрите мой клан. Вот мой клан. Блин, я говорю, что я настоящий разработчик, убедиться. Тут клан чисто. Д81. Я один тут вообще разраб. Это будет реально разраб и какий? Реально, смотрите, клан дев разработчик. Ой, это реально разраб. Вы можете убедиться, я настоящий, посмотрите мой клан. Да я реально, я уже посмотрел, я сам ошалел. Это реально. Это реальный разраб, чат. Кто не верит, пососите. Тупо. Ребята, это реально. Ошалеть. Имба, повелся. Повелся маленький. Теперь давайте напишу. А новый нож я покажу в катке. У меня аж щевель защебило. Щевель?
щавель или ракушка? Братва, напишите в комментариях, это вечный вопрос. Кстати, да, ребят, прожмите лайк, если нравятся подобные троллинги, потому что это прям нереально смешно. Он пишет, погнали. Я пишу, если вы меня победите, дам нож. А если нет, то в рот. Ладно, вот они поверили, что я разрап. А если нет, то бан. Все, мужики, поехали. Выбираем соревновательный. Вообще без проб... А если нет, то бан. Ладно, я готов. Только без скама. Если ты не дашь, то ты скамер. И нубик. Я разрап. Я разрап. Все, почины. Ну а теперь погнали играть. Каточку. Да начнется великая битва! Оу май! Это, ребята, будет очень весело, я бы это гарантирую! Я вот реально вообще, вот это походу реальный разраб, чат. Сейчас мы ему... Сейчас, подожди, я подготовлюсь, надо разминочку, небольшую, оп, оп. Ух, ты же так немножко перенапрягся, но ничего. Надо в кондицию сейчас войти. Опа, все, я готов. А я на разминке реально разминаюсь. Все, давайте им напишу. Иди на мид, покажу новый скин. Так, а теперь какой скин мы ему покажем? Давайте подумаем. О, спас! Смотрите. Погнали. Я бегу! Смотрите. Оп! Все. Спалили. Убегаем! Вот он, разраб. Там реально новый нож был. Ой, этот автомат какой-то новый. Так, теперь давайте напишу. Иди на А, покажу нож новый. Офигеть. Это реально. Еду приятно. Еду реально. Блин, ну сейчас с ошибками пишет. Сюда на базу. Так, ну что, ребят, начинаем наш троллинг. Поехали. У него был новый автик. Это реально разраб, чат. Это правда он. Ай, мамочка, мамулечка. Я хочу от него детей. Я действительно хочу от него детей. Так, ну что пишем. Играем на всю силу Б и Тёмка. Что за бред-то? А как деньги на дигл, почему? 8 голды? Чё за бред? Почему у меня 8 денег? Так, ребят, в первом раунде я себе куплю. Чтоб мне такой купить? О, дигл. Погнали. Очень интересно, чего он себе это купил? А, у него в первом раунде только деперецы. Он по-любому сейчас с деперецами играет только. У тебя игра лагает. У меня денег нет. Верни деньги. Напишу, это лаги игры. Не переживайте. Он говорит, у меня денег нет. Блин, это вар. Он что, сейчас ножом будет играть? Он говорит, у него денег нет. Ничего себе, ты разработчик или кто-то? Ты разраб? Разраб или кто-то? Ой-о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 й-
Опа, перезарядочка. А, блин, у меня бесконечные патроны, я и забыл. Ой-о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 й-
новый скин будет моим, новым скин будет моим. Так, нормально, он меня забрал. Теперь давайте напишу ему. Ну ты и кибер! Ну ты и кибер. Ну ты и кибер. Так, все, сейчас уже денежек есть побольше. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас мы прикупим легендарную пушечку. В этом раунде, ребятки, я возьму авик. О, давайте по приколу напишу. О, мид на М40. О, го, мид на М40. А сам буду с авиком. Ну, я думаю, нормально. Эй, вот, сейчас я его затроллю. На М40, да, он говорит мид, на М40 мид. Вы готовы, чат? А где он? Бежит наш малыш! Давай, 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 двигай телом, зажигай, опа! Ребята, играем мид на М40. Ну, я вместо М... Он меня заскамил! Ха-ха-ха! А-ля-ля, а-ля-ля. Аля, пухи.
Тихо, чуть не упал за стула. Как заскамил же мамонта. Ничего себе! То есть, получается, я хотел заскамить его, а он меня перехитрил и брал, заскамил сам. Братанчик, а ты в курсе, то, что обновление вышло не только в Стендофе, но и на Булдрапчике? Добавили новую коллекцию кастиков, добавили хомяка. Также за каждую пополняшку ты получаешь халявную энергию, которая меняешь на топовые скины. Также ты можешь дубасить мегалодона и опять же получать халявные скины. Братик, вот это бесплатный сундучок, это бесплатная энергия, а это бесплатный процентик. Все нужны ссылочки снизу, а мы идем дальше. Ой-ой-ой, напишу. За это бан. Вы обманули разработчика. Так нельзя. Так еще и... Погоди. Так еще игра не закончилась. Ладно, го М40 теперь. Блять, уебать кого-то что? Я ему пишу го. Все, давайте. Все, погнали. Я ему написал го М40. Сейчас мы его опять заскамим. Будет смешно, если меня второй раз подряд разведет. Так, ребят, тактика пиксель. Опа. Ну, как будто... Вот как будто вот так можно ему сейчас прописать. Он стреляет там. Опа. Смотрите, какой нуб. На! Лежать! Напишу. Это вам за прошлый раунд. Чё за бред? У меня какая-то кнопка вылетела на весь экран, но я не мог выстрелить из-за кнопки. Это Бретто. Всё, напишу. Теперь давайте М40 без обмана. Так, ребят, ну а теперь мы можем и по-настоящему взять М40. Ой, блин, М40 без стена, это чё за дичь? Ладно, окей, погнали, поехали, пацаны, поехали. Я его вот сейчас затроллю. Сиди, а где он? Я вот сейчас бомбы... А, это новый скин? Это новый скин! Ля-л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 я. А где он? А его тупо нет. Алло! Где он там? Давайте напишу. Ты где? А где он делся? Я с новым скином уже. Он оплатуаз заплентил! Напишу. Вы снова меня обманули. Ой, негодник-то он какой. Опять обманул разработчика. Не стыдно ли тебе? Нет же, я уже с новым скином. Изи. Ой. Опа. Чиназис. Ну, да. Да с копом киллер убийца. О, не, ну, ребят, ну, тут сами понимаете. Тут, ребята, я бессилен. Давайте напишу. Вы хорошо играете. Вы киберспортсмен? Мне, ребята, что-то подскажет. Жесткий киберспортсмен. А вы... Нет. Че за бред там? Ну, есть такое. Так, ребята, в этом раунде я возьму КР. Напишу. Все, играем на всю. Я потею. Изи. Я потею. Потей. Потей, нубик. Так, ребят, ну что, начинаем потеть, так сказать. И я просто буду ползти к нему спиной. Вот так просто спиной. Нубик, разраб, твой новый скин будет моим. Легкотня. Он еле меня забрал. Напишу. Алло, в спину нельзя. За это тоже бан. Не, ну, ребят, вы разве не знали? Есть такое правило. Разработчика в спину нельзя мочить. За это тоже бан. Простите, больше не буду. Ладно, прокурор. А давайте мы сейчас его проверим. Он пишет, простите, больше не буду. Сейчас мы его проверим, будет ли он мне мочить спину или нет. Вот так, ребята, вот так ползем к нему чисто спиной. Спиной ползем. Погоди-ка. На, гранату ему. Где он? Подожди-ка. Ха-ха, все, просто стреляй, смотрите. На! Делаю вид, что моя перезарядка. Блин, я убегаю. Тупо дубасвасина. Фуф.
Потненько было. Ну это против разраба игра. У меня так-то мастер. У меня мастер. Просто какой он нуб! Он еле меня забрал! Он походу обойму выстыдил. Еле-еле меня забрал, блин. Это просто мега ржака. Давайте напишу. Давайте на ножах, а то вы жесткий. Гону ножи, если не засали. У меня нож мощный. Мне этот нож подарили подписчики, чтобы я жестко играл. У меня урон увеличен с него. В этом раунде я возьму. Знаете, что возьму? А в этом раунде я возьму дробаш. О, я придумал. Давайте так, я ему написал, го мид ножи. А сейчас сам его заберу с дробаша. Привет. Привет. Ай, блин, попал. Ой, что ты, рука болит теперь? Найс, пишу. Легендарный камбэк. Вам хана. Вам реально хана. Хана Монтана. Ну что же, ребятки, давайте так. В этом раунде, я думаю, можем взять АВМ и немножко вот так жестко его забрать. Пишет вам хана. Вам тоже. Все, поехали. Поехали, ребята. Ребят, поехали. Так, опа, тактика пиксель. Я со снайперкой. О, я тоже. Я тут. Да, блин, пока трындел, промахнулся. Слушай, знаете, из плюсов у меня 130 хп. В принципе, если мне попадет в тело, я выживу. Даже после одной тычки. Так. Датчик. Я так, короче, подожди, сейчас читы включу. Так, подожди. Ага. Так, читы, все, пошли читы. Так, идет. О, блин, нифига себе меня ударил. Нифига себе, он выстрелил, я же улетел через экран, чат на бретту. Все, найс. Стоп! Вашу Машу, у вас смена сторон! Блин, это просто троллинг вышел из-под контроля, у нас смена сторон. Ошалей. У тебя читы, ты читер. Я потом и вам дам эту возможность. После смены сторон, вы будете мной. Офигеть, я забыл про смену сторон. Так, ладно, ребят, надо этот раунд забирать, иначе мне обело. Начало, ножик, ок. И 100 миллионов голды. Ой. Давайте, где он, быстрей. Так, пацаны, смотри, что мы делаем. Хаешки. Вот так, чисто бесконечные хаешечки кидаем. Родни, ты мой. Бесконечные хаешечки. Блинский, блин. Чё за хрень? Чё за... Подожди, это я себя гранатой взорвал, что ли? Подожди, я взорвал себя гранатой, потом он мне кинул. А вот теперь, ребята, наступает полная Белла. Пошёл режим соревновательный. Блин! О нет! Фух, ладно. Надеюсь, мы справимся, потому что троллинг вышел из-под контроля. Давайте напишу. Теперь разрабом стали вы, а я стал нубом. Какая же имба, здесь все есть, даже можно гранаты взять. Не, ребят, это прям очень жестко, если он спалит, что он может прыгать, кидать бесконечные хаешки, мне габелло. Троллинг вышел из-под контроля. Вот теперь надо запотеть. Так, где он? Все, ставим пачечку и прячемся в ребра, прячемся. Подожди, уже было. Да, я его сейчас гранат... Блин, я себя гранатой этой взорвал от ящиком. Я не то сделал, я не туда кидал. Блин, он спалил, что у меня Он сам себя замочил. Он замочил сам себя. Так, нормально, счет 5-5. Все, нормально, АКР есть, это самое главное. А хаешку можно купить? Ой, и хаешку куплю, флешку, имба. Офигеть, Яри... Ально с читами. Я реально читером стал, чат. Сейчас я его рубаду. Не балуйтесь сильно. Пиши ему, не балуйтесь сильно. Блин, у него еще бесконечные патроны. Это фиаско. Мне впервые в жизни такой троллинг. Так, ребята. Ой, блин. Что за бред-то? Я себе подрубил АИМ.
Все, я пишу, я себе подрубила им. Так, ребят, Найсик, Найсик, я играю с Аимом, все. Ты с невидимкой, ты с невидимкой. Ой, я его даже не заметил, что за бред-то? А, он, походу, меня не видел из-за пинга, да? Хотя, вроде, пинг нормальный. А, что у него 160? Ну, да, может быть. Паре уже его. Терпеть этого дубососа Галибова. У меня... Подожди, у меня его начинает выигрывать. 5-6 уже счет. 5-6 мне такое вообще не нравится. Так, где он? Да блин, да я не заметил его даже. Ну что за мне очки продали на Wildberries, блин, говняные за 500 рублей, блин. Напишу. Счет изи. Давай... Я выключу АИМ на 2 раунда. Так, ребят, все, я пишу, что я выключаю АИМ на 2 раунда. И сейчас я должен притворяться жестким нубом. Ты даже с АИМом нуб. Ты даже с АИМом нуб. Бррррр, ты даже с АИМом просто нубосяра. Бррррр. Сейчас посмотрим, кто из нас нуб. Вот так. Все, 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 нормально, нормально, я вырубил их. Все, все, все идет максимально по плану. О, нифига, я еще летать умею. Идем, мама. Я еще летать умею. Я ему сейчас такой прикол покажу, что. Я его сейчас буду с этих револьверов та-та-та-та-та в полете просто та-та-та-та-та-та-та-та. Так, ну что ж, что берем? Хочу финфал. Так, все, я играю типа без заима. Давайте, мужики, погнали. Ля-л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 я
Ничего, он меткий! Он, походу, понял то, что у него есть высокие прыжки. Обалдеть, братва! Троллинг пошел не по плану! Троллинг новой обновой! Я выключаю АИМ снова. Воу! О, подожди-ка, это что, тоже новый скин? Это тоже новый скин из новой коллекции. У него все есть скины. У меня еще есть новый скин. У него есть новый скин? Ничего себе, сказал я себе. Это что там за новый скин у него? Мне же интересно стало. Так, ребятки, сейчас давайте ждем, чтобы он прыгнул и ставим ему маслину. Я написал, что я врубил АИМ. Теперь главное не опозориться и забрать его. А у меня пульки не тратятся. Подожди, я его сейчас переиграю. Я его сейчас убегу от него и вот переиграю его. Опа. Я сейчас через паркур убью. Вот тут эта позиция, тут никто не знает, что не ожидает. Прыгните, прикол будет. Я ему написал, прыгните, прикол будет. О, он прыгает. Давай. Вот это прикол лютый. Ой, я зачем послушал этого баклажана, блин? Икакий. Икакий, ты... Коняр! И как и? Я тебе... За скамера можете получить бан. Прости, прости, прости. Кстати, я вам включил бесконечные гранаточки. Проверьте их. Ну-ка, давай-ка. Опа! Получи, давай, давай, чё ты, чё ты? Ну а пока он их будет проверять, я придумал один гениальный план. Я пойду его через мид. Да, это не совсем по-честному, ребят, но это же троллинг. Ну можно же, разочек обойти. Блин, я даже до него не успел добежать. Чё ты, давай, получай. Блин, у меня чуть ли не наушники, я не понимаю, что это с наушниками, что-то не то явно. Это у меня наушники лагают. Так, ну что, ребята, счет 9-7. Немножечко. Мне осталось забрать последний раунд и будет все чики-бомбони. Так, ой, какая-то есть команда админская. Бан и Какий. Чекуйся, бан и Какий. Кого он там банить собрался? Я говорю, это просто самый угарный агростример в истории агростримеров. Бесконечные патроны по гранаты выдайте. Ой, у меня бесконечные гранаты, я полетел, я разраб отпик этой игры. У меня есть все, у меня есть гранаты. Блин, это габелла. Так, я понял, ребят. Я могу его взорвать, этого Икаки. У меня вообще 130 хп, а у него 0. У него 0 хп. Изи. Я разработчик. Изи. Я разраб. Я стал разработчиком.
он теперь думает, что он стал разрабом. А на самом деле я просто забыл отключить смену сторон. Я хотел выбрать режим The Best, сейчас выбрал соревновательный. Так, смотри. Бам, 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 бам. Во, вот смотри, сколько у меня гранат. О нет, в дыму сидим. Все, сидим в дыму, сидим в дыму. О нет, он начал кидать. Блин! Дай его тупо нереально победить! Изи, изи, изи! Он умрет! Да, я его убил командой, командой! Тихо. Так, ну что же, ребята, счет 9-9. Напишу. Решающий раунд. Я должен победить в этом троллинге! Just do it! Не надо. Не-не-не, тихо-тихо. Я разработчик. Мне вообще так-то пофиг. А, что же мы возьмем для решающего раунда? Дигл топ. Так, сейчас, смотри. Оп. Оп, оп. Сейчас вот тут все пересмакуем, он даже не узнает, где я. Так, ребята, аккуратно, просто максимально аккуратно. Не топаем! Он дым кидает, он дым кидает, он дым кидает! Тише, незаметно идем. Если я посажу на лошадь, это будет просто 5 с плюсом троллинг. Где он? Ребята, против меня применяют мою же тактику, ежик в тумане. Я не вижу, давайте пачку поставлю. Я не вижу, что происходит. Бесконечные жизни. Бесконечные жизни. Подожди, я слышу звуки. Я просто не вижу. Я пачку поставил. О, я тут. Я слышу звуки бомбы. Где, где она, где она? Я иду ее дефузить. О, у нее бесконечные жизни. Он ее не раздефузит. Он не увидит. Он ее не увидит. Ребята, ты извин. Да! Мы это сделали! Да! Просто буду дефузить. Ребята, разраб Икаки лучше, просто хэштег комментарий, разработчик Икаки ты лучший. Это было очень жестко, но мы это сделали. Ой, мы с вами красавчики, ой, мы просто с вами лучшие. Пфф, смотрите, какой-то энкор, энкор. Давайте напишу. Энкор, баньте его. Он проиграл даже с админкой. Стой, 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 не надо. Не надо, не надо. Не надо, не надо. Я выиграл, правда. Все, ждите бан в течение одной минуты. Нет, пожалуйста, пожалуйста, я на коленке встану перед вами. Пожалуйста, только не баньте, прошу, прошу. Нет, 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 нет. Прошу, прошу, прошу. Блин, прикиньте, какой-то инкор зашел ко мне. Что ж, походу реально разраб. Это просто какой-то сумасшедший троллинг. К нам зашел, походу реально разраб. Смотрите, я ксельбол Дэвид45. Я просто в шоке. Что происходит в этом видео? Разраб, напишите в ЛС, пожалуйста. Он мне пишет, разраб, напишите в ЛС, пожалуйста. Это удар. Короче, ребята, походу в этом видео меня забанят. Мы баним его, пишет, баним его. Нет, не бань, нет, не надо, не надо, не надо. Только не это. Короче, ребята, если вам понравилось, это легендарное видео, потому что это просто самый крутой троллинг из всех, которые были. Прямо сейчас прожмите лайк, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, потому что мы это сделали. Также подпишитесь на мой YouTube канал и на мой Twitch. На Твиче сегодня будет стрим. И кому надо бесплатных 3 костряка голдишки, я думаю, они вам нужны. Обязательно, братик, на мой ТГ подпишись, ссылочка тоже в описании. Всем удачи, всем пока!